Хоккейный клуб «Челны» попытался прервать серию поражений. Накануне «Ледовая дружина» провела домашний матч с действующим чемпионом первенства ВХЛ. Соперником стал клуб «Ростов» из Ростова-на-Дону. Сильная и опытная команда с первых минут матча заявила о своем намерении одержать победу, причем с крупным счетом. В первом периоде «Кондоры» пробили оборону нашего вратаря 3 раза, причем 2 последние шайбы были заброшены с разницей в 1 минуту. Команды продолжили атаковать и во втором отрезке, но никто так и не отличился. Исход матча решился в заключительном периоде. Ростовских «Кондоров» счет 0-3 не устроил, и они забросили 4-ю шайбу. Желто-синие смогли отыграться только под занавесом матча, поразив ворота гостей 2-жды. Итоговый счет 2-4. Сегодня у команд проходит 2-я встреча. Чем она закончится, расскажем в завтрашнем выпуске.